Следственный комитет провел обыски в офисе компании «Тепловые электрические сети и системы». Этой фирмой руководит депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Чебыкин. Обыски и выемка документов прошла в ходе расследования уголовного дела по двум статьям: мошенничество с использованием служебного положения и причинение особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Силовики уточнили, что речь идет о хищении денег бюджетных организаций путем завышения стоимости услуг. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, и сумма ущерба. Известно, эта компания занимается теплоснабжением школ, больниц, нескольких администраций и других учреждений.